Добрый день, меня зовут Мария Оголь. Я являюсь студенткой магистратуры, сейчас уже заканчиваю ее, факультета дистанционного обучения. В МГППУ я пришла в 2012 году, поступила на бакалавриат. В тот момент мне было очень сложно найти вуз, где я бы смогла, не бросая работу, полноценно учиться. И когда я узнала о такой возможности в МГППУ на факультете дистанционного обучения, и я пришла сюда и познакомилась с преподавателями, представителями кафедры, мне это очень обрадовало. На протяжении всей учебы в бакалавриате было очень много практики, и полученное образование позволило мне по окончанию обучения применить полученные знания и навыки на практике. Я практически сразу после получения диплома устроилась сначала специалистом по социальной работе в учреждение для детей-сирот, потом переквалифицировалась там в психолога и позже стала заведующей отделением, где пребывают дети-сироты. Я сделала перерыв после окончания бакалавриата, и через год я почувствовала, что хочу продолжать свое обучение, и, конечно, у меня не было сомнений, что это вновь будет МГППУ. Вот спустя 2 года я сейчас уже заканчиваю магистратуру и очень довольна сделанным выбором. Полученные знания и навыки, безусловно, обеспечили мне профессиональный рост. И моя магистерская работа связана с моей практической. Наверное, это очень важно.